Прохор Федосов, 10 лет. На конкурс дети читают стихи. Лошади в океане, Борис Слуцкий. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава, это вам запомнится легко. Шел корабль, своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, 1000 лошадей топталось день и ночь. 1000 лошадей, подков 4000. Счастье все ж они не принесли. Мина кораблю пробила днище далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Что ж им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В море в синем остров плыл гнедой. И сперва казалось плавать просто. Океан казался им рекой. Но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.